настраивались очень ответственно, подходили к этому вопросу. Почему? Потому что долго команда не участвовала в тренировочном процессе, и после всех, для всех известных событий, вот, команда собралась совсем недавно, поэтому у нас в цейтноте перед нами стояла задача, как можно что-нибудь подготовить команду. Ну, я думаю, что на сегодняшнюю игру мы справились с этой задачей, но только стартанул второй круг, поэтому я думаю, что все еще впереди, и хорошо, что у нас есть и молодежь, ротацию мы сегодня немножко уже, когда по счету играли. Вот. Спасибо ребятам, что они нас услышали. Я думаю, поздравляю всех с победой. Как вы считаете, погода повлияла как-то на исход сегодняшнего матча? Да нет, погода была для обеих команд одинаковая. Вот сначала, конечно, было душновато, но потом дождь. И я думаю, что тот результат, который мы сделали за дело в первом тайме, нам позволил уже увереннее более чувствовать себя во втором. Поэтому я думаю, что здесь погода особо так не повлияла на результат. Какие качества выходили сегодня на первую роль? Все-таки команда собралась позже при Карпате. И какие качества выходили на первый план сегодня в игре? Ну, они всегда выходят на первый план. Это, во-первых, дисциплина игровая. Физическая готовность оставляет желать лучшего. Но вообще игровая дисциплина и то, что мы изучали соперника, то есть где его сильные и слабые стороны, то есть они должны были, футболисты, воплотить в игру, в игре. И рад, что они услышали нас. Поэтому качеств здесь много, можно сказать. Но больше через «не могу» такое самопожертвование, даже в каких-то моментах, когда подпирает кадык под горло, вот хотелось бы, чтобы поблагодарить многих ребят, которые, видно, что были устали, из корабля на бал, многие не готовы были. Ну, мы постарались под какой-то общий знаменатель немножко привести их в порядок, но у нас еще впереди много игр, поэтому будем стараться их уже восстанавливать.